Ты стоила мне 14 баксов на торговой площадке. Интересно, что там у соседа? Оу, ты круто выглядишь, Билли. Просто восхитителен. Ну а с 1 по 25 декабря каждую минуту каждого дня будет разыгрываться скинчик. Не пропустите. Вы заказывали соло-контент? Получайте. Жду с вас поддержки и лайкосики. 8к чизеров и продолжение выйдет уже хоть завтра. Кстати, я читаю все ваши комментики, поэтому не стесняйтесь их оставлять. Ну а я не буду долго затягивать. Приятного просмотра. Здорово. Пока. Здорово. Странно. Слушай, а ты не знаешь, где люди обитают с пушками? Чтоб я мог сразу туда пойти и что-то выбить. Здесь везде люди обитают. Ну окей, посмотрим. Окей, давай. Давай, удачи тебе. Блин, хорошее начало, меня сразу на спавне не убили. Гастейшн, Север Бренч, прям возле космодрома. Тут, наверное, какая-то клонина живет. 100 скрапа продают за 2000 металла. Я бомж. Слышишь, ты ко стоять. У меня еще нет. Стоять или убью. Что ты хочешь от меня? Сука, у тебя двушка. Я только заспавнился. Окей. Стоять. Окей, дружок. Судьба мне намекает. Она намекает на то, что я должен вершить справедливость и пойти сломать ему хребет. Ну что, дружок, стоять ты говорил, да? Походу он тут пробегал. Издеваешься. Он меня еще убьет. Привет, ты там говорил стоять, да, дружок? Да, я еще вернусь. Ну, это карма, сынок. Бля, неплохо. Я тебе говорю, я вернусь. Ты не... Теперь сказал. Да, неплохой пацаночек. Надо спалку откинуть. Можно еще смолстэшек спрятать и пойти за дропом сбегать. Тут челик строит дом. Честно, братик, я тебя не особо хочу убивать. Но домик у тебя неплох. Ладно. Так, Чизи, либо ты мне даешь рез, либо я тебе ставлю дизлайк. Серьезное заявление. Я тебе могу топорик дать. Я за дропом погнал. Я так и думал, что сюда кто-то придет. Весь основной утец я спрятал и решил КД на спалке не ждать, и заспавниться где-то на спавне. И как только я возродился, я увидел огромнейшую территорию, застроенную каменным забором. И тут я понял, где я собираюсь жить. Что это у нас за территория? По-моему, тут кто-то очень жестко застраивается. Там кто-то внизу топает. Походу я знаю, где я буду жить. Я всего лишь кепка. Пока что. У него есть ствол. Чувак, беги, там за мной тип бежит со стволом. Ты где добежишь? Я убил его. Тут. Ты тут.
Изи старт, братан. Полчаса назад зашел на сервер. Блядь. Хорош. Я сам думал его убить, но у меня даже ока не было. Давай тяну, да. Чизи, ответь, это ты, братик. Да, возьми подгон, братик. Не, мне не надо. Пойдем по-братски. Спасибо. Опача. Реально изи старт, смотри, слушай, для нас двоих. Перерабатывать. А, тут на... Чувак! Чувак! Это постанова. Это постанова. Все вместе. Забрав такую добычу, я сразу отправился строить свою крепость недалеко от этого места. Так, мы сейчас можем на карго сплавать. А, у тебя есть металл, да? Можем, можем. Сейчас только домой пойду скинусь. Придется антирад с собой взять на карго. Блин, пока дождешься. Крафт этот. А тут кораблик уже плывет. Все, я полетел на карго. Я полетел на карго. На старте карго залутать было бы неплохо. Давай, 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 а то не успеем. Держи топливо. Держи топливо. Okay. Ботов не вижу. Есть боты, есть боты, есть боты. А как тебе обращаться? Чизи? Пойдет? Да, как угодно. Меня Серегой зовут. Меня Димас, очень приятно. Чизик, я сразу подземный пойду зачем. Аккуратно. Давай вон тех наверху сразу убьем на палубе. Опа, я чуть не сдох. Да, я за ним. Еще Томик. Угу. Я надеюсь, ты не умер. Ты жив? Да, Чизик, все хорошо. У тебя как там под хилу? Нормально. А где третий ящик? А я вот тащу его сейчас, не могу найти. Ты два активировал или один? Где-то право. Я два, два. А, я один активировал только что. Он на центре. А, все, лодка плывет, иди сюда. Быстрее Томпсон возьми. Томик и хилки бери. И все, надо принимать. Я взял. Тихо, тихо, я не взял, пались, взял. Не пались. Смотри, выпаливает нас. С другой стороны поплывет. Хорош. Снял, Чизик, снял, снял. Блин, надо... Чизик, залутаешь или как? Лодка нужна. Чиз. Блин. Ох, вот тут было. Давай я тоже все накидаю. Там... У меня только кирки, карты и все. Давайте, пока. О, тут две НПЗ было. Еще лодка, еще лодка. Чизик, два типов. Два типа, Чизик, два типа. Поехала. Одного убил. Минус.
Я не знаю, куда все это скидывать. Просто ноль места. Я не пойму, сколько я убил. Это какая-то жесть, я минус 4 дал. Блин, они вот отсюда за мной поплыли. Они могут перехватить меня. 5 минут, еще 6 минут. Так, один открылся. МВК, маска, ракетница. Ничего себе. Калаш! Это просто бомба. Топ-нагрудник. Прицел, микросхемы. На самом деле тут такое себе выпало. Ну ладно. Как раз ноль изучений на этом сервере. Можно прям забабахать топовый домик себе сейчас. Походу до дома доплыть мне не хватит. Блин, мне бы сейчас коня какого-нибудь найти, чтобы я очень быстро доскакал на другой конец карты, аж вот сюда. Там у нас база огромная. Вот он конь моей мечты. Поехали, мой друг. Нам нужно очень далеко бежать с тобой. Я могу на бандит-кэмп зайти и все переработать заодно. Там и скроюсь от вертолета. Фух, я пока в сейве. Это меня уже радует. Тут я могу и поизучать все. Томик, патрон, хилку. Ну, вроде все. Теперь я ко всему готов. Вертолет прям возле меня сбили. Домик с третьим верстаком. Почему там тип спит? Я нашел заряженный дом? Сгнивший? Стоп. Как мне подняться наверх? ЛР-ка. Утипай, ЛР-ка. Сачелька. 50 хп. Вообще у меня есть идейка по этому поводу. Я домой и скоро вернусь с этой же сачелью. Добахаю потолок. Спалку тут оформлю, правда. Вот он, мой домик. Надеюсь, его никто не пробахал. Мне надо его немножко обустроить, и потом можно пойти дорейдить тот домик, который гниет. Мне кажется, там много всего должно быть. Почему building decaying? Ага, я в шкаф ничего не кидал. Фу. У меня тут еще скраб есть. Ой, какие красавчики тут стоят, то, что мне нужно.
Так, пока, надеюсь, никто не бахнет его. А я пойду быстро пробахаю другой домик. Да, сачельку я, конечно, изучил бы, но... мне кажется, стоит добахать тот дом. МВК, двери у них изучены. Я знаю, чем я потом займусь. Вот сейчас не понял. В смысле? Чего? Ящик с подарками? 30 хп. Вообще могу даже не бахать. Ну, бахну. Слабовато на самом деле. СМГшка, немного пороха. Антирад. Ну, две печки. Мне не помешает. Ой, не, на самом деле нормально. Я побежал домой со всем лутом и по пути встретил большой коптер, который я сразу же захотел забрать. Топка. Топка. 45 топки. У меня, наверное, не хватит долететь до дома. По-моему, это в пещере. Да. Что это такое? Красиво припарковался. У меня теперь есть печульки. Блин, не туда поставил, ладно. Я не хочу палить, где мой дом. Что-то мне это не особо нравится, то, что он возле моей хаты тусует. А ведь я могу построить мини-бункер у себя. Хм. Это нормальная идея, кстати говоря. Раз, два, три, четыре. Ну, почти удобно, я бы сказал. Меня интересует, что тут в пещере и кто тут живет, потому что тут как бы по-любому кто-то должен обитать. Надеюсь, тут никаких турелей не будет, потому что мне это не особо нравится. Гниет МВКшка. А тут нет. Это надо как-то дорейдить. Но чтобы это дорейдить, придется ломать вот эту дверь. Я даже не представляю, как такое можно рейдить. Тут тоже магазины стоят. Угу. Отлично играешь. Какой это у нас петушок забанился? Я даже и не знаю. Нифига ты выдал! Подожди, 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 подожди. Только не убивай, подожди. Сначала не убивай. Смотри, у вас соседи там живут, у вас соседи, да? Я к вам пришел, вы просто начали, по-моему, дематерки кидать, я попросил помочь. Вот, мы к вам в тим собираемся, мы с вашими соседями тиммейты. Вот.
Они живут вот там, у них коптер большой на доме стоит. Они сказали, у вас главный должен быть. Вы сейчас на рейде, они сказали, что у вас главный должен быть. Мы должны к вам подойти к главному и в тиму добавить. Мы ваши соседи, вот так можно сказать. Очень хорошая история, но я играю в соло. Угу. Держу в курсе. Удачи тебе. Реально очень такая замечательная история про соседей. Кто-то у них там главный. Но мне нужна лестница. И у меня нет хозяевов, как бы. Что ты тут делаешь, алё? Путник. Ищешь лут? Я бы тебе что-то подогнал, но у меня не так много лута. На, держи, я тебе скину мачету, держи. Она тебе пригодится. А кто это стреляет, слышь? Это не мои типы, я просто подошел, они такие, да вон он там стоит. Я скинусь пока, я внизу. Слушай, Оникс, это ты? Да, это я. Зачем ты стреляешь? А, в Бантираде это ты, да? Ну да, мы все тут свои. В Бантираде это ты, Оникс. Мы свои, видишь, я прыгаю даже. Хотел бы, уже расстрелял бы. Бля, подожди, я запутался. Погоди, пацаны, вы друг друга знаете? Да. Я тут жил изначально. Да подожди, ты не опытный. Ты не Оникс, дед. Нет, я поменял ник. Пошел ты, я Оникс, ты чё? Слышь ты? Знаешь, чувак, слышь ты? Ты чё, вообще я... попутал что-то, да? Я не понял, ты не мог мне подыграть, что ли? Ты знаешь, зачем я тут построился? Чтобы их доставать. Ну, если меня не бахнут, через пару дней тут половина домов не будет. Смотри, сейчас будет месиво. Сейчас я забачу их. Умер! Как это произошло? Я не понял, что это за разведчик? Вы посмотрите на него. Хотел украсть мой труп, а у меня есть нож! Тут карга плывет. Да, 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 фарми, фарми. Наш клан не против, наш клан не против, в принципе. Да. Но только ты можешь даже где-то дом построить, короче, и это. Дань только платить серой мне. Вот я у них глава клана, ты можешь мне приносить серу. Отлично. Все, хорош, можешь тут жить, я буду защищать тебя. Спасибо, сколько. Самая халявная 1000 серы, которая была у меня когда-то. Ну, если нужна будет помощь, ты обращайся. А ты где строить собираешься? Чтоб, если что, мы не выносили тебя. Да я пока еще не строю, я пока только оформлю эти места. А-а-а. Ну ты, если что, стройся там где-то. Я могу рядом построиться. Давай, давай. Просто предприниматель Дмитрий, хозяин этого сервера, этого острова, в принципе, и всей Руси. Да, это далеко не конец. Прожимайте лайкосики, ведь продолжение выйдет совсем скоро. Всем пока.